Акт вандализма в молодежном парке Кызыла не прошло и месяца после открытия реконструированного сквера, как неизвестные разбили стеклянные плафоны фонарей освещения. Кроме того, на дорожке здоровья в Кызыле неизвестные выкопали и унесли деревянные столбы ограждения. На сегодняшний день у нас имеется пропажа 57 столбов ограждения на объекте «Дорожка здоровья». 10 из них позавчера силами ребят отдела спорта, департамента культуры спорта и МАУ «Спорт», силами вот этих вот ребят были восстановлены столбы, которые были подготовлены, прямо вытащены были из земли и подготовлены для транспортировки. И очень хочется призвать население, если вы увидели, что кто-то что-то ломает на территории города Кызыла, неважно в каком объекте, чтобы сообщали в службы.